В пещере тайной, в день гонения, читал я сладостный Коран. Внезапно ангел утешения, взлетев, принес мне талисман. Его таинственная сила слова святые начертила. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Клянусь читой и нечитой, клянусь мечом и правой битвой, клянусь утренней звездой, клянусь вечернею молитвой. Нет, не покинул я тебя. Кого же в сень успокоения я ввел главу его любя и скрыл от зоркого гонения? Мужайся ж, презирай обман, стезею правды бодро следуй, люби сирот и мой Коран дрожащей твари проповедуй. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء رفعها ووضع الميزان والأرض وضعها للأنام. Земля недвижна, небо своды, Творец поддержаны тобой, да не падут на суши воды и не подавят нас с собой. Зажег ты солнце во вселенной, да светит небу и земле, как лен елеем напоенный, в лампадном светит хрустале. Творцу молитесь, он могучий, он правит ветром в знойный день, на небо посылает тучи, дает земле древесну тень. Он милосерд, он Магомету открыл сияющий Коран, да притечем и мы ко свету, и да падет с очей туман. بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. О жены чистые пророка, от всех вы жен отличены, страшна для вас и тень порока под сладкой сенью тишины. Живите скромно, вам пристало безбрачной девы покрывало. Храните верные сердца для нег законных и стыдливых, да взор лукавый нечестивых не узрит вашего лица. Бисмиллахиррахманиррахим. Фальюкатил фи сабилиллахи аллазина яшруна аль-хаята ад-дунья биль-ахирах. فقاتلوا أولياء الشيطان. Недаром вы приснились мне в бою с обритыми головами, с окровавленными мечами, во рвах, на башне, на стене. Вы победили. Слава вам! А малодушным посмеяние. Они на бранное призвание не шли, не веря дивным снам. Блаженны падшие в сражении, теперь они вошли в Эдем и потонули в наслаждении, не отравляемом ничем. С небесной книги список дан. Тебе, пророк не для строптивых, спокойно возвещай Коран, не понуждая нечестивых. По что кичится человек? За то, что наг на свет явился, что дышит он недолгий век, что слаб умрет, как слаб родился, за то, что Бог и умертвит, и воскресит его по воле, что с неба дни его хранит и в радостях, и в горькой доле, за то, что дал ему плоды, и хлеб, и финик, и оливу, благословив его труды, и вертоград, и холм, и ниву. Но дважды ангел вострубит, на землю гром небесный грянет, и брат от брата побежит, и сын от матери отпрянет. И все пред Бога притекут, обезображенные страхом, и нечестивые падут, покрыты пламенем и прахом.